Ну-ка. Так, письмо пустое. Ой, блядь. Да хватит мне деньги слать, нахуя мне деньги шлете, блядь. Монетку тут 10-рублевую. Эльдар Джараков отправил. Ох, пишешь, как курица лап. Ебать. Здравствуйте, дорогой и многоуважаемый Данила Каши... Данил... Блядь, Кашин Данил Светланович. АК Сеньор Помидор. Как и просил, вот тебе квартира. Не понимаю, почему никто до сих пор тебе их не подарил. Ну, ключи или квартиру, блядь. Договор подписан. И... Привет, Данюка Каши. Гирик, поздравь, блядь, пожалуйста, мою пассию с днем рождения. Зовут Елизавета Жилякова. Спасибо. Елизавета Жилякова, с днем рождения, счастья и здоровья. Блядь, я не понимаю. И Шрик, Чирик. А, Чирик, все, блядь, нихуя себе. Ну, блядь. Хотел отправить еще бумажную десятку, которая... Да нахуя мне деньги шлете? Которая хранится у меня примерно с 2015 года. Их снова пускают в оборот. Нахуй она нужна? С одной стороны. Но с другой... Не запустить же ее вокруг... Не запустили же еще вокруг... Бля... 110 рубасов накидали? Нет, 100 это было в прошлом донате. 100 в прошлом. Ты, походу, не начитался на сегодня, да? Да, да, да. Не запустили же еще вдруг еще передумают. Короче, я не понял. Мелко очень пишет. А так как я верну... так, я верну ее тогда. Бля, я ни половины не понимаю, короче. Прости, у тебя шрифт вообще вот так... Вот она пишет вот так, мелко-мелко. А таких чириков... Петь... Я хуй поймешь, бля. Поэтому не жалко. Спасибо большое, понял. Смотрю тебя примерно... С того момента, когда под грустную музыку на красном фоне ты давал ассоциации у Юлика. Ну, кринж немножко там, да. Тогда я подумала, что за чепушила прикольная такая. И познала весь дзен. Так что можно сказать, что я old. Но не коренной. Из-за... Блядь. Из-за разницы во времени плюс 5, нихуя себе. Приходится смотреть перезаливы записи, но стремлюсь к периоду, чтобы присутствовать на стримах. Ну, можно, ну, если так, прям можно на перезаливах сидеть. Надеюсь, этот посмотрю в России, блядь, что? В России, блядь, я не... Ну, короче, надеюсь, этот тоже посмотрю, видимо. Привет и передавать не прошу, так как мои друзья N-word. А, P-word. Бля, ужас. Не смотрит такого гения и самого лучшего стримера ever. Пользуясь случаем, придумай мне ник для донатов. Помоги выбрать. Есть еще парочка вариантов. Пожалуйста. Варианты. Смолка, смола. Мой... Договор подписан. Фиджинал. Ну, схуя ли нет? Может, договоримся? Я пересмотрю все равно потом. Дань, ну знаешь же нейм. Держи еще на лапу. Хорошо, спасибо большое, Артман. Спасибо. Не, сидеть здесь, блядь. Ну ладно, ладно, иди. Спасибо большое, Дона. Блядь. Ну ладно. Мой цветочный... А, лох цветочный, ник. Да вы доебёте. Короче, по итогу немного расстроилась, но ничего. Есть еще шансы на випку. Самое главное, что микрофон сегодня не вылетел. Да, это правда. Спасибо, Совочка, что не сильно расстроилась. Я надеюсь, что... Да это же хуйня, какая нахуй, ну вы расстраиваетесь за какой-то хуйни, модерка, блядь, у ДК, да похуй вообще. Вам через 2 года она нахуй не нужна, потом серьезно говорю, поэтому все равно, респект. Бля. Лох цветочный, чмося лоховская, принцесса Арануш. Я с рулетом, вот это, я с рулетом хорошая. Договор подписан. Чё у тебя, Федя, блядь? Удивительно, как с года 2014 я тебя смотрю и периодически к тебе возвращаюсь. А чё не с 11-го? Было 14 лет, а сейчас 23. Люблю и обнимаю. А чё не с 11 лет, блядь? Ой, не с 11 года, я... А чё, хорошо, ну, не, спасибо большое, Карина, очень приятно. А чё в 14 году смотрела? Чё, какой контент тебе нравился, блядь, мой? Расскажи, интересно, послушаем. С 14 года она смотрит. Ну, а так приятно. Бля, ужас. Так, у меня проблемы с выбором. Только с выбором, да, не с почерком. Буду признательна весьма. Спасибо за творчество и стримы. Тебе спасибо большое. А, тут еще что-то еще мельче написал. Бля, я...
ты моя золотая, блядь. Листок такой же старый, как и ты. Угу. Ну и я. Других не было. Остались такие со школы. Ой-ой-ой. Я так зря не испорчу. Спасибо большое. А ты еще мельче. Вот спасибо большое. Да, блин, забыл, кто там. Сейчас я дойду. Нет, не найду. А, это в коробке было. Анастасия Сергеевна Смолина. А давай еще мельче напиши в следующий раз. Вообще классно. Ну а так, спасибо тебе большое. Все, поеду обмывать сегодня, блядь, хату. Спасибо большое. Ей бумагу жалко, да, она пишет. Она пишет, короче, в этом самом. Ох, блядь, а это что такое тяжелое, блядь? Она пишет, короче, на бумаге, которым она использовала в школе. То есть она пишет, что она уже школу закончила, поняли? У нее остались тетрадки, и она из этих тетрадок вырвала листочек и на нее написала. Пиздец, она экономная, поэтому я уважаю такое. Поехали дальше. Новоселова Екатерина Васильевна. Желаю тебе хорошего настроения стрима. Хотелось бы попросить тебя поздравить моего друга Александра с днем рождения. Ну, попроси. Ладно, Александр, с днем рождения тебе. Счастья, здоровья и благополучия. Всего самого наилучшего. Ебанет, да там какой-то, бля, это не картон вообще. Коля, голица, ты молишь Бога. Понял, здорово, нихуя не понял, на самом деле. Ну а так, спасибо. Блять, и что это? Ебать, что за коробка? Ну ты ебанет, короче. Договор подписан. Бля, ну хреново я во времени ориентируюсь. Ахахах, помню, что очень-очень давно смотрю. А, обнимаю. Ну ладно, я же так доебался в шутку. Спасибо большое, Карина. Оп. Так, ничего нету, а то я сейчас опять проебу. Нету. Да-да. Ой, надушило-то, бля. Так. Ну там что-то очень много чего, всего чего. Письмо первое. От Вики вежливо. А, Вика вежливо, понятно. Быдло. Привет, дико извиняюсь за это, но безумно сильно прошу тебя поздравить Катю Попову с днем рождения. Еще раз извини за такое. Хорошо, Катю Попову я поздравляю с днем рождения. Желаю счастья и здоровья. Вы решили в начале стримах не просить не день рождения просить, да? Бля, поздравить, да? Решили, блядь, ждать, пока я нахуй устану, еще и там задрачить меня. Хорошо, почитаем письмо, что же она, ну, что же она вообще скажет, блядь. О, святой человек, блядь. Распечатала, блядь. Фу. Привет, это Вика Вежлива. Ой, блядь, я как будто нахуй прозрел, так удобно читать. Очень долго думала, что написать, но по итоге так ничего не придумал. В общем, хочется... поблагодарить за все, без подробностей. А эти сопли никому не нравятся. Плюс всевозможные слова уже были сказаны. Надеюсь, ты сам все понимаешь. Я не понимаю лично. Вот я не понял. Ну вот, вообще не понял. Тюбик, спасибо тебе большое за 100 рублей. Спасибо тебе за всех друзей, которые появились благодаря тебе. Их реально много. С некоторыми даже удалось повидаться в жизни. А с кем пока что разок. А с кем-то мы увидимся уже каждый день, как я приезжаю. Очень надеюсь, что когда я окончательно вернусь, эти встречи будут чаще. Угу. Спасибо за то, что связываешь людей. Чего нахуй? Никого и не связывал ни разу, блядь. Надеюсь, и с тобой хотя бы еще разок пересекусь. Угу. По посылке. Первое. В пузырьке прикол. Очень надеюсь, что ничего не разбилось. А в ней ничего не было. А, вон, вижу. Второе. Обязательно отсканирую QR-код на футболке. Блядь. О! Вот это прикол. Сука. Ха-ха, блядь, смешно, чел, блядь. Блядь, опять какой-то секси джелли-мен, блядь. Какую опять хуйню наприсылали? Что это? Блядь, это мармелад мужчин с пенисами, блядь. Ну, какие милые девчушки, такие милые посылки тебе шлют. Душу в это вкладывают, хотят, чтобы тебе понравилось. А мне нравится. Спасибо большое за донат. Так, это... Мне уже лыба не вяжется, просто реально. Договор меня реально подписан. Ебло устало не, разговаривать. Я просто только опомнилась, что стримов не будет месяц. Еще раз сори. Спасибо большое, антифембит. Короче, там мармел... Да блядь!
этот стрим не проебала. Приехала в Питер. Как знала. Ник для доната, то помоги выбрать. За зрение извиняюсь. А, за минус... Все, понял. Так там уже был нормальный этот... с рулетом на балконе, по-моему, смешно, блядь. Спасибо. Да ёбана, блядь. Даня, могу подарить ключи от квартиры в Кудрово, но она идет вместе со мной. Нет, тогда не нужно, спасибо большое. Это жилешки, жилешки с, мужчин с пенисами. Ну так, чтобы вы понимали. Так, а здесь что? Ой, блядь, я чуть не... Говорит, ничего не разбилось, надеюсь. Кушай, я не могу, у меня зубы, блядь, я не могу желе есть, у меня зубы... Зубы охуевают. Пошки от Мелешки, блядь, что это? Че, блядь? Нихуя себе. Бля, нормально вообще движух. Ладно, все, извините. Я так изобразил просто из головы, типа, ну, представил, каково бы было, поняли? Типа, не особо шарил. Так, спасибо. Бля, очень вкусная движуха, пиздец. Не люблю, когда это самое... Ну, вообще, сладкое не люблю, но это вообще охуенно. Так, пенал, блядь. Нахуя мне пенал с котиками, блядь. Я его буду вместо кошелька использовать. Знаете, такой бумажник, типа, они такие, с вас только-то, я такой. И все, достаешь, охуенно. А-а-а! В зуб попало, сука. На, кушайте, ребят. Ребят, кушайте бошки. Бля, когда зубы починю, это невозможно, блядь. Пожалуйста. Нихуя себе, блядь. Тут еще бошки, ладно, шучу. Бля, тут миллиард чупа-чупсов, просто миллиард, блядь. Конфетки какие-то, ебать, я того все ебал. Какая-то хуевина, блядь, что это вообще? Смотрите, там миллиард чупа-чупсов, блядь. 25 тысяч норм проебал, да. На, угощайтесь, ребят, кому чупики. Бля, такая упаковка красивая, да? Такой пакетик красивый, пиздец. Сразу видно там. В этом, ой, блядь, чуть не сказал гадость. Ну, короче, вы поняли. СПС, не за что. Так, давайте дальше. Благодарю. Спасибо, я с рулетом на балконе, по-моему, смешно. Договор подписан. Трач последние свои деньги. Прошу разблокировку в чате Т-789, потому что ты исчезнешь на месяц, а потом забьешь хуй. Надеюсь на понимание. Да не, мы потом будем еще смотреть. Оставляй заявки на разбан. Ну, когда-нибудь починю, спасибо большое. Так, на кукинг-стриме ты говорил, что ножи тупые. Нихуя. Привет, Дань, приеду в Казань, Кирилле на митку, буду в Джерси Дисы. Привезу тебе маленький, но пиздатый подарок, вдруг вспомнишь, было бы приятно. Спасибо большое, но главное так, да, чтобы я не тащил это потом домой себе в Питер. Спасибо большое. Так, на кукинг-стриме ты говорил, что... Подписан. Да, не на зубы. Спасибо большое, Криат. Блять, да подождите с донатами, секунду. Спасибо большое. Дай вам бог здоровья. Так, ты говорил, что ножи тупые, я тоже тупой. Потому что... Нет точилки. Обещал... А мне уже подарили точилку, блядь, реально. Мне уже... Мне причем подарили не просто точилку, а точильный камень, короче. В пенале записка. Блядь, действительно. А! Почему до сих пор не собран? Так вот, да, мне подарили не просто точилку, а точильный камень. Ебать, ты посмотри, блядь. Бах, кому-нибудь нахуй. Спасибо большое за точилку. Но я все равно точить не буду, мне влом, блядь, все. Похуй. Спасибо большое. Так.
А это что? Книжка Рика и Морти. А что это? А я просто Рик и Морти не особо. А, это комиксы, нихуя. Это комиксы по Рику и Морти, прикиньте. На русском причем. Это который Сындук занимается, да ведь? Я знаю, что Сындук этим занимается. Что-то такая хуйня, что он переводит, короче. Не только этот. Ну-ка, сценарий. Да, 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 прикиньте. Имя есть его тут, прям, прикиньте. Я немножко заикаться буду, понять, сорян. И второй такой же. Блин, спасибо большое. Я вообще комиксы обычно не читаю, но, в принципе, они выглядят, ну, красиво. Их можно, это самое, поставить куда-нибудь на полочку. Ребят, что здесь написано? Я понял, что это. Я понял, что это, блядь. Я просто думаю, что про девственника пишут. Потом, блядь, до меня допёрло, чуваки. Это мерч Сэмми Вёржина, блядь. Это мерч Сэмми Вёржина, блядь. Я того все ебал, блядь. QR-код попросили отскать. Да ну нахуй. Блядь, просто... Никита Ход, спасибо большое за рейд. Спасибо большое. Дай бог здоровья. Рейдер, наденьте колпаки. Сейчас отсканирую QR-код. Просто он же в Британии, блядь. Я не могу себе позволить себе мерч заказать. Но понимаете, что мне никто не придет. У меня есть мерч Скриликса. Офслы, точнее. Чей-то еще мерч есть. Ну, короче, я хотел очень Сэмми Вёржина, блядь. У-у-у! Смотри, какая хуёвина. Ну-ка, скачать, блядь. Че скачивать, нахуй? Это че? О, фреймтеймер, спасибо большое за рейд. Нифига себе, блин. Спасибо большое, фреймтеймер, за рейд. Ну, вовремя, да. Здорово, здорово, рейдеры, надевайте колпаки срочно. Срочно надевайте колпаки. Мы сейчас чем занимаемся, ребята? Это распаковываем посылки, которые мне присылали зрители. Просто сейчас немножко я замученный, как и зрители, потому что мы, не знаю, часа два, ну, типа, проводили конкурс нового модератора. Поэтому новых модераторов. Мы его уже провели, поэтому самую... Ну, немножко душнину вы уже прошли, поэтому на самый кайф пришли. Здорово-здорово, ребята. Так вот, чё? Already synced it up to get notified about new drops. Yes. Let's go. Непон, блядь. Нихуя! А я могу такое на стриме показывать, ребят? А я могу? Короче, объясняю. Мерч Сэмми Вёржина. Ты сканируешь QR-код, и он тебе показывает новый трек, который еще не вышел, блядь. Нихуясь. А я могу такое показывать, блядь? Ну это вообще, ну, этично будет, я хуй знаю, как правильно сказать. Бля, ну мне интересно. Нет, думаете? Мерч не новый? А я не слышал этот трек. Да, я того все ебал, вы слышите? Бля, как он круто звучит, ебать, да? Помидор упал? Ну пускай лежит, может отдыхает. Бля, чуваки. Ладно, Сэмми Вёржин, прости, не отписывайся меня от меня в инстаграме. Прости, пожалуйста, я очень хотел просто этот мерч. Спасибо большое. Бля, спасибо большое. Ебать, я ее затаскаю просто до смерти. Она еще, смотри, огромная, блядь. Ой, спасибо огромное. Блядь, прям. Ой, спасибо. Бля, я не знаю, охуеть просто. Я того все. Сейчас я попозже померю. Оп. И последняя посылка. Ух, блядь. От Ушаковой Анны Игоревны. Я помню, да, ты писала, что
что там посылка. Давайте быстро ее откроем. Я хочу пойти какой-нибудь ролик глянуть еще. И уже отдыхать пойдем. Потому что я что-то сегодня подустал, конечно, дай боже. Письмо, да, я помню. Ты кто? Первый раз тебя вижу. Я Данила. Очень приятно познакомиться. Ребята, на моем канале на Твиче вы найдете много разнообразного контента. Я постоянно стараюсь над контентом, понимаете, как вам сказать. Но мы постоянно растем в плане продакшена, то есть это не просто стримы уже, это целая киноиндустрия. То есть мы каждый стрим это сравним с кино. Удивительно, что ты обо мне не знаешь, я понимаю, ты зритель Фреймтеймера, но можешь и на меня подписаться и увидеть, что такое настоящее кино в онлайне. То есть, ну короче, не люблю много о себе говорить. Но сейчас я самый интересный стример в мире. Самый популярный интересный стример в мире. На меня равняются все. Договор подписан. Что такое ДК? Дом культуры. Да. Спасибо большое. Данила Козловский. Так, сначала записку, да? Первый лежит, нормально. Минус 600 чел со стрима, бля. Привет, Даня, наконец-то ручонки дошли до посылки. Перед объяснением ее содержимого хочу поблагодарить моих любимых девочек с культа срущего ежа. Боже мой. Они помогли, блять, а можно еще длиннее текст? Я того все ебал, что я, за что вы мне со мной так, блять? За что я должен читать вот эти пересказы, блять, Тома Сойера, блять? Ну ладно. Фу, самый интересный стример. Ну, наверное, ну да. Они помогли найти мне всякие прикольные штуки, очень мощно вложились финансово, так что можно считать, что посылка от нашего культа. Договорились. Также хочу сказать тебе огромное спасибо за твое творчество. Спасибо за концерт на Москве на фесте в МСК. Это был полнейший разъеб. Я знаю, спасибо. Ну, я клевый. Подписывайтесь на меня на Твиче. Перейдем к посылке. Давай. Фиолетовые коробки, кое-что сделанное своими руками. Я не особо разобралась, как работать со смолой. Какой смолой, осуждаю, блядь. Вот такой, блядь. Вот такой смолой из этого, блядь. Я такой осуждаю, ребята. Ребята, это запрещено законом. Такое нельзя, ни в коем случае. Так. Фиолетовые... со смолой, да. Там есть небольшие косяки. Какие косяки, блядь, есть? Смола, косяки, я не понял, блядь. Но я вложил эту штуку всю свою душу. Надеюсь, тебе понравится. Хорошо, в черной коробке с голубой лентой лежит кое-что, что я бы на твоем месте показала в Телеграме. Ну или как-нибудь прикрыла рукой, если есть шанс ловить бан. Поэтому тут уже на твое усмотрение. А еще оно очень ярко светится в темноте. Прям пенис какой-нибудь. Блядь, по-любому она пенис какой-то резиновый прислал, я уверен просто. Всю душу вложила, блядь. Эти две коробки открывай аккуратно, иначе заебешься потом собирать мусор с пола. В них есть упаковочная залупа всякая. Блядь. Я сама не особо хотела ее туда класть, но внутри достаточно хрупкие вещи, поэтому пришлось. За остальное вроде можно не пояснять. Тараканы, взрывчатых штук, пугалок внутри нет, не сы. Хорошо, да я не боюсь. Я вообще, ребят, я ничего в этой жизни не боюсь. Нет ничего, что, ну, я боюсь вообще. ТикТок прислали, да, вот. Ребят, блядь, не то нажал. Поспамьте, пожалуйста, будьте добры, поспамьте, пожалуйста, их Инстаграм и ТикТок. Я не знаю, вам видно, нет? Анделия? А, бля, ужас. Ну, короче, прочитайте. Поспамьте, перепишите, будьте добры. Блять. Где фокус? Видно? Не видно? Короче, Анделия, блядь, короче, я сам напишу. Да ну вас пизду, короче, блядь. Вот ТикТок видно, да, ТикТок можете поспамить. Ну, поспамьте ТикТок тогда. Блудный культ. Точка. Нет, не культ, не через С, а через К. Кент, К. Не С.
Блудний К-культ. Поспамьте тогда хотя бы ТикТок их. А я инсту сейчас напишу. Анделия. О, нашлась. Я тебя в чате нашел. Фу, как я сегодня подустал, конечно. Дай боже, чуваки. Вот я поспамил. Так вот, да. Кстати, в ТикТоке... Кстати, о ТикТоке. Спасибо тебе за лайк, дуралей. Может, ты дуралей. Нам очень приятно, что не зря стараешься. Спасибо. Ну, не прошла и похуй, в принципе. Чач-мача с вами навсегда. Спасибо большое. Мача. Ха-ха-ха-ха. Договор подписан. Привет, Данечка, привет. Привет. Чач. У меня сегодня день рождения, исполнилось 17. Поздравьте, всем хорошего стрима. Удивительно, здорово, ну с днем рождения. Ребят, кого день рождения, давайте. Я же радиоведущий, тамада. Спрашивайте меня, чё как. Я вас всех поздравлю, конечно. Ну с днем рождения тебя, Б-Линд. Спасибо большое. Так, Ри пишет. Привет, Дани и Чач. Много писать не буду, просто хочу сказать тебе огромное спасибо за стримы, поэтому именно на них я встретил умных, красивых, талантливых дам. И мы, создатели блудный культ срущего ежа. Девочки, мы дорогие, вас очень люблю и уважаю. Будем ебашить дальше от Марго, моим любимкам. Лера Плуточка. Блять, они каждый решили по комментарию оставить. Каждый, вообще каждый. Давайте каждый. Конечно, конечно, перескажем все. Рыжик, только по твоей стриме, сама Рыжик. Можно отдохнуть от бытия этого мира и пописать, пописать. Миллион паст. Попеть песенки про какого-то ДК, так и не поняла, кто это, и рыдать под песню в конце. Сегодня, кстати, новая песня будет. Вообще, ты классный чел, ведь из-за тебя обрадовался, образовался, блядь, самый классный культ срущего ежа. Кстати, тут самые охуенные люди, договорились. Катер. Привет, Дани, Лав Радио, это часть письма от меня, поэтому прошу читать ее под песню, ты заставлял меня сосать. Нет. Что ж, сразу передай, пожалуйста, привет всему блудному культу срущего ежа. Привет вам, ребята. И Кате Белозеровой. Здравствуйте, Катя. Екатерина, добрый день. Добрый вечер. Смотрю тебя уже лет 5-6 и хочу сказать, что ты невероятно талантлив и интересен как личность. Ждем, когда ты уже насрешь контента, а то вообще смотреть нечего. И когда скажешь дату концертов, а то некуда ходить. Удачи во всех твоих начинаниях, рыжая балбесина. Спасибо большое. Никогда не будет ни концерта, ничего вообще в жизни. Зерлишка шишка, ку Дани, ку Чать, ку великому культу срущего ежа. Советую всем заранее запомнить Надь, потому что появляться будем все чаще и станем легендами. Договорились. Кстати, в следующей посылке квартиры. А, блядь. Соль. Привет, Даня, спасибо тебе за стримы. Благодаря им заступил. Бля, я кого-то сижу. Ебать, жестко. Чё, микрон? Чё вы меня пугаете, блядь? Чё вы пугаете меня? Я думал, микро, блядь. Я думал, мне сейчас заново читать всю эту хуйню, пиздец. Я половину уже прочитал, смотрю в чат, там все микро, микро. Я думаю, пиздец, мне заново эту всю хуйню читать. Ну не хуйню, извините. Мне заново все читать, блядь. Нет, слава богу. Пиздец, меня напугали, блядь. Так, советую всем заранее запомнить. Да, это я читал. Так, благодаря... моим стримам, да, я вступила в любимый культик срущего ежа. Теперь, как истинно нахлебницу, трачу твое время, не потратив ни копейки. А еще спасибо за бану Лера, не за что. Но, к сожалению, меня уже разбанили. Короче, иди нахуй, балбес, люблю тебя. Я тебя тоже перебаню заново, попозже. Мантипама. Кот Мантипамы. Здорово. Тебя много кто ждет в Казахстане. Надеюсь, я приеду, да. Хочу там концертик. И последнее. Привет, Даня, вот борщ. Хочу от тебя добавить, что я была рождена на тот свет. Ой, на этот свет, блядь. Ой. На этот свет, чтобы, сука, уделить годы раздумий. Уделить, блядь. Годы раздумий над подарком для тебя. И потратила половину своей жизни на поиски этой футболки с помидорами, которую я еще не нашел. И обменял на нее все свои пожизненные захоронения, чтобы увидеть неподдельное счастье в глазах нашей любимой рыжей гниды. Сама ты гнида, бля. Какие-то... бля, что за... Поэтому прошу... Бля, я не могу уже просто текста, блядь, просто невероятно много, блядь. Ой, блядь. Поэтому прошу выразить почтение великому супу всех. Какие супы? Ежи, супы, мупы, соль, борщ. Бля, я не могу. Девчонки, конечно, да, блядь. Ебать, у вас интересно вообще там. Жизнь идет, конечно, ничего сказать не могу. Бля, почтение великому супу всея Руси. Какому суп, блядь?
Ладно, на самом деле футболку все и все остальные подарки нашла одна из самых прекрасных женщин культа, это Анна. Вот это я понял. На тот свет, ахахаха, еблан. Сама еблан, само еблан, заткнись. Пожелай счастья, здоровья ей, да, Аня, счастья тебе и здоровья тебе и всей твоей семье. Так как она большая молодец, смогла... Блядь. Новый трек в конце стрима. Нет. Эверитон Куаул Буфини. ПТ. Не, он неинтересный, первый нормальный. Да, она смогла организовать такое значимое событие для нашего культа, как отправка по ссылке. А, поэтому давай, отдавай почтение всему культу. Да сколько раз вы сказали слово культ? Зато... что мы тебя одеваем, поим и кормим, понятно, блядь. Так как стараемся донатить тебе каждый стрим, и ты нам обязан по жизни, без нас никто. Нихуя понял, бездарь. Нихуя мразь, блядь. Ты, блядь, забыла, как ширинка пахнет или что, нахуй. Нихуя, за базар, за метлой своей следи, конечно, да, блядь. Нихуя себе. Ладно, не кошмарься, ведь благодаря тебе твоим стримам зародился этот культ. И мы, самые крутые девчонки, повстречались ради... В смысле, ради такого огромного страшного мира. Что, блядь? Ой, блядь, ты вообще, наверное, что я суть потерял, что ты, мне кажется. Состоящего из всяких Джараховых и Братишкиных. Ага, хорошо, что нас не затянуло в такую бездну, а привело куда похуже. Блядь, пиздец. К балбесу с IQ 110, которому мы должны отдавать деньги, слушать, как целый час ведут стрим другие люди. За этого нам не хватало, спасибо. Вот последнее, конечно, я бы нахуй отобрал у нее, я бы эту часть записки вырвал, блядь, и все, пошла в жопу, блядь. Ну ладно, спасибо, ребята. Так, ну давайте по очереди что-то доставать, ебать, вот это ебанет? Слушайте, посылка мега насыщенная, да хуя всего. Ебанет? Ебанет? Или не должно? Блять, как мне эту хуйню надо достать? А, это в черной коробке, я не должен показывать. Да по-любому пенис, я уверен, что там какой-нибудь пенис, блять. Ну конечно это пенис, блять. Кто бы нахуй сомневался? Ой, Дань, там кое-что не показывай, блядь, свечка в виде пениса, я вам так скажу, блядь. Или это реальный пенис? Ну, в смысле... Что это? Как? Что это? Из чего он сделан, блядь? Конечно, это хуй, блядь. Ой, в ТГ, блядь, вы ни разу не видели пенис, блядь? Он не резиновый, я даже не знаю, из чего он сделан. Я думал сначала из воска, блядь. Мыло? Это мыло, блядь? Я не хочу нюхать его. Я не хочу хуй нюхать, блядь. Не буду я нюхать, узнавать, пенис это или нет, блядь. И сперма. Спасибо, ребят. Это мыло? Это слепок моего члена. Ебать. Тебя, ну не повезло, что ли. Я тебе не соболезную, конечно, в этом плане. Смола это. Сами нюхайте, блядь. А, это смола. То есть вы специально писали, что это мыло, чтобы я хуй понюхал. Бля, нихуя себе вы твари, бля. Нелюди, блядь. Ну ладно, спасибо за пенис. О, мои любимые стикеры в Телеграме, обожаю их. Гниды, блядь, откуси. Сами откусывайте, блядь. Это мыло, нихуя это не мыло, блядь. Это хуй, блядь. Какой-то огромный хуй, блядь. Ну, не особо огромный. Из, блядь, этого... Я даже хуй знаю, что смола какая-то, блядь. Бля, пиздец, говорит, мыло, мыло, чтобы я понюхал. Это жвачка такая, да, понял, пирожок. Понятно, блядь. О, вот это я люблю. О, спасибо большое за маски для лица. Как у меня их много и как я ими пользуюсь, без шуток, постоянно, блядь. Мне они прям понравились. У меня есть маски для лица, которые как крем наносятся, а потом ты их сдираешь, короче. Но вот эти намного пиздач. Они прям прохладные такие, охуенные. Спасибо большое. Маски топ, пиздец. У меня их уже штук 100, прикиньте. 100, наверное, если не больше, блядь. У меня просто вот такая гора их лежит, блядь. Так, поехали. Бля, слушайте, сколько они запаковали. Все, смотрите, как прикольно все оформлено. Это пиздец. Еще и бантики. Это мило, блядь. А как мне? А. Даня, делись. Нет. Одна такая маска 100 рублей стоит. Нихуя себе, блядь. Спасибо, ребята.
Ну, так много бы на меня не тратили, конечно. Договор подписан. Это мыло. Я не ебу, почему они пишут всякую чепуху. Да не буду я нюхать это, блядь. Ну, руки можно помыть, попробовать. Прикольно, блядь. А что, как это, что это конкретно? Блядь. Извините, что я упаковку такую красивую гажу. Ребят. А что это конкретно? Это просто фигурки, типа? Не понял. Бля, где мой нож? О-о-о, пишет! О-о-о! Здесь 3 месяца длятся, каникулы лета. Ты справа, да. Да, это просто фигурки. Похоже? Они как-то двигаются, чешо, блядь. Что-то я не выкупил прикола. По-моему, это все-таки фигурки, просто фигурки. Спасибо большое. Братья, спасибо. Одно лицо, спасибо. Спасибо большое. У меня одно лицо, это правда. Бля, ебать, я уже чушь несу. Так. Бля, там просто дохуище коробок, чуваки. Там просто нереально их много. Бля, какие мемные. И обожайте стикеры в телеге. Это просто мощь вообще. Из дурака, который. Бля, мне упаковку жалко так задрачивать. Мне тоже плавит жест. Да. Но мне сейчас наоборот, я скорее отхожу сейчас, потому что во время модерок я запарился, а сейчас нормально, типа, я сейчас с кайфом сижу. Круто запаковано, пиздец качественно прям, как будто реально это самое. О, Гринфилд, блядь, о, блядь, чаёк. Сука, блядь. Я еще ту, которую мне деревянную коробку огромную прислали, мы еще с ребятами ее не допили, а вы мне еще хуярите, спасибо большое. 5 элементов. Это разъем. Это мой любимый чай, ребята. Так, следующий. Блять, они не закончатся никогда. Я буду до утра эти коробки распаковывать. Смотрите, они прям на все нахуярили. Смотри, как распаковывается, да? Разъеб вообще. Я ни разу не завидую. Не-не-не, если вы завидуете, можете спокойно, ну, открыто мне завидуете, я вас понимаю прекрасно. Ничего в этом такого нет, ребята, в данном случае. Ну, завидуйте, завидуйте, в чем проблема? Ура, стрим до утра, и не гори. Малиновый Гринфилд разъеб, да-да, факт. Зеленый, малиновый, который с... То ли сакурой, как правильно называется, такой розовенький, тоже разъебный. Оп. Так, блять, еще упаковка. Ебанен? Ну там что-то мягкое. О, это футболка! С помидорами, да, блять, сука. Что за хуйня, блядь? Продам помидоры, блядь. В себя киньте эти помидоры, блядь. Ну вообще в них можно, в этой футболке можно стримить спокойно, вообще мемные, по факту. Спасибо. Сука, имба, пиздец. Ой, бля. Выдумщики, ребята, вы такие выдумщики. Договор подписан. Лень, смотри. Ой, бля, какой я арт рисую, ой, бля, я эти в теме, я не кайсери, запомни, разъеб такой, смотри. Уф. Просто, да, распаковывается. Хуе, бля, спасибо большое. Хорошо, хуе, бля, я запомнил твой ник. Посмотрю. Ебать, там стразы, смотрите, на коробке, видите, вот это стразы все. Вы где-то достали эту коробку или сами клеили? Я тебя люблю. Вернись, пью алойство в семью. Нам с сыном тебя не хватает. Ой, бля. Я говорю, я курить бросаю, блядь. Мои посылки, нахуй, в этот момент. Чапман. И пепельница. О, пепельница с моим еблищем отлита, смотри.
Спасибо большое, у меня как раз на балконе пепельницы нет. Спасибо. Бля, ну это мило, конечно, ничего сказать не могу, блядь. Так, мне надо закрыть, чтобы реально не этот самый... Имба. И не горите, блядь. Выдумщики, выдумщики, напридумывали, конечно, пиздец. Оп. А это чё? Бля, опять ежа, ёж. Твон срёт, блядь, или чё, нахуй? Все, это просто ёж, блядь. Чач курим. Да угощайтесь, ребят. Берите Чапман. Блядь, такие дары, да, мне несут. Я просто вообще прям неудобно аж, блядь. Пиздец. Опц. Какая-то маленькая хуёвина. Это, по-моему, последняя. А, нет, еще есть, бля. Мне 13, какой Чапман? Ну, тебе нельзя конкретно. Ну ладно, раз тебе 13, держи. Держи, держи, угощайся. О! Это на портфель. У меня рюкзак себе купил новый, но он кожаный, правда. Бля, вот это крутые значки, бля. Я их реально куда-нибудь сейчас ебану, нахуй. На рюкзак, наверное, надо бы. Спасибо, спасибо. Блядь, это не заканчивается. А, нет, вот это последнее. Все, ой, блядь. Вот это последнее. Сука, такие, блядь, картинки с котиками смешные. А вот ты где, Перри? Бля, еле открыл. Шо це? Бля, по-моему, очки какие-то. Мне 22, дай мыло ПЖ. Лень. Ну, чехол дорого выглядит, смотри. Ой, бля, чуть уронил. Сука. Та ну, бля. Оо, слушай. Ебать, а чё они такие качественные? Нихуя себе. Вау, ебать, как они... Бля, чуваки, они очень сильно все красят. Ебать, какие они качественные, нихуя. Я не знаю, как вам передать. Они прям, смотрите, матовые такие, прям твердые. Я не знаю, как объяснить, короче, они мега качественные. Я вот такие же себе искал, только красные. Но фиолетовые, кстати, вообще, ну, более чем... Я красный хотел и желтый, блядь. Желтый я сломал свои, красный потерял. Слушай, вообще классно, да? Спасибо большое, это мою коллекцию. Мою коллекцию очков пойдет. Спасибо большое. Все, по-моему, на этом все. Да, ну надарили вы мне сегодня, конечно, пиздец, блядь. Лучше мусор, как Мазелову присылали. Все. Ребят, и в конце коробки ёж, который срет, блядь, там. Договор подписан. Ёжик срет, блядь. Папаня, я прилетела. Удачно только потому, что ты пожелал хорош. Мне хорошего полета. Ну, конечно, так конечно. Так что я тут и смотрю твой стрим. Я хуйни желать хорошего не буду. Настроения. Ну все, на посылках это все. Спасибо вам всем большое. Просто вообще какие дары мне несете. Ну вы как-то скромнее присылайте. Я, конечно, ну признателен вам, что вы там так собираете. Но что-то мне даже неудобно, короче, вот эту хуйню типа распаковывать. В плане, что... Посылки такие дорогие, короче, у вас стали, блядь, прям неудобно аж. Спасибо вам большое, огромнейшее вам спасибо.